На пересечении улиц Астраханская и Лермонтова вновь гул техники. Жители близлежащих домов строят догадки, что появится на этом месте. Говорили, парк какой-то будет такой, чтобы дети могли отдохнуть. Вроде бы начали что-то делать, потом вдруг раз забор убрали, и все, теперь снова, а теперь я не знаю. Но я думаю, что, конечно, парк хотелось бы. Уже эти стройки везде такие, жилые дома, это все уже надоело. Зелени не хватает. Не хватает зелени, парков не хватает. Вот даже на примере Красной площади, да, хороший магазин Красной площади. И рядом вбухали эти многоэтажки. Почему там не сделали парковую зону? Глава города настаивал, что здесь должен быть еще один городской сквер. И горожане едины с Сергеевым в этом мнении. На этом участке должна быть зеленая парковая зона. Здесь парковую зону, правильно. Лавочки, деревья, ну и фонтан. Детские аттракционы какие-то небольшие такие. Не такие, не массивные, а такие, чтобы с маленькими ребятишками можно было играть. Работы по благоустройству участка идут под руководством управления ЖКХ администрации курорта. В рамках благоустройства этой территории планируется там разбить дорожки из брусчатки, покрытие будет. Потом устроить там лавочки, урны, освещение декоративное, высадить зеленые насаждения. И к тому еще устроить автополив. Ведутся работы по выборке грунта, потому что в данное время почва непригодна для высадки растений. В скором времени завезут питательную почвосмесь и начнут работы по созданию зеленого уголка в микрорайоне. Все убрали это, и для жителей, и для отдыхающих это будет благо, большое благо. Потому что немножечко зелени добавить, это только большой плюс.